Привет, друзья! Как вы уже догадались, или вы еще не догадались, о чем пойдет видео? Видео пойдет о канарейках, о том, как спасти птенца, о том, как помочь самке, как заставить самку, даже не то, что помочь, а спровоцировать или заставить самку кормить своих птенчиков. Есть такие самки, которые просто не хотят кормить своих самок. Тем самым многие заводчики теряют большое количество птенцов. Некоторые теряют гибриды, ну, в общем, ценные породы канареек. Итак, сегодня покажу, расскажу, что, как я делаю. Допустим, кто-то что-то добавит, кто-то что-то подчеркнет для себя полезное. Итак, переходим к обзору. Немного ранее я снимал видео про эту пару. Мы шили гнездо, вместе показывал, как гнезда делать, и установил здесь гнездо. Чем все это было вызвано? Тем, что самка собралась нести яйца. Ну и думаю, чтобы не потерять кладку, устрою я ей гнездышко. И вот я ей устроил гнездышко, она прекрасным образом снесла 4 яйца. Сейчас позже я вам продемонстрирую. Но самец оказался недостаточно готов. Ему удалось оплодотворить только одно яйцо. То есть и вылупился у меня один птенец. Сейчас я вам его продемонстрирую. Вот там птенчик, видите? Обратите внимание, он уже... Птенчик уже превышает яйцо, в котором он находился, ну, наверное, раза в три. Вот он как жрать просит, видите? Вот так он просит кушать. Если ваш птенчик делает вот такой вот позыв, открывает клюв, и трясет как бы ротиком своим. Ну, он там один, ему неудобно. Было бы их много, они друг друга держали, а так один вылупился. Вот, всего было 4 яйца. Одно яйцо самочка выкинула, оно пустое. И эти тоже, по-моему, пустые. Значит, смотрите, друзья мои. 3 числа вылупился птенчик вечером, ближе к ночи. А я там как раз заказывал клетки, пришли клетки. Пока с этими клетками возился. Ну, в общем, видео некогда было снять. Вообще было желание показать вам, как я именно с первых дней кормлю птенца. Вот. Ну, поскольку, значит, так, сегодня он вылупился 3, 4, 5, 6, сегодня 7. Вот ему сегодня как бы 4 полных дня, этому птенцу 4 полных дня. Птенец вылупился 3-го, 4-го я кормил, 5-го я кормил, 6-го я кормил. Сегодня утром я пошел, птенец уже был накормленный, я уже не стал кормить, ну как бы, сейчас я вам продемонстрирую, он все равно, понимает, все равно птенец, видите, кушать просит. Сейчас я вам продемонстрирую, как я кормлю. Итак, я вам тут вот показывал на своем видео, значит, у меня сегодня приготовлено яйца отваренные, морковка натертая и пророщенная пшеница. У кого есть пророщенные семечки, можно семечки. То есть наша задача разнообразить рацион птицы. Вот таким образом на блюдце мы ставим вниз клетки, чтобы у птицы был выбор. Ну и при этом у меня насыпана полная кормушка зерносмеси. Обратите внимание, канареечное семя уже все склевали. Тут было, что нету. Вот, пожалуйста, самочка уже заинтересовалась. Сейчас я вам покажу, чем я кормил, как я кормил. Сейчас немножко понаблюдаем. Вот, видите, самка кушает. Затем будет кормить птенца, я надеюсь. Вот самец интересуется птенцом. Мне кажется, даже это не самка кормит птенца, а именно самец, потому что первые 3-4 дня кормит самка, потом подключается самец, и они начинают кормить вместе. Ну или самка хорошая, кормит сама полностью.
А так вообще, если вместе сидят, то самец подключается на четвертый-третий день. Так вот, они у меня там бесконтрольные сидят сами по себе. Я не знаю, может, это даже самец начал кормить птенчика. Сейчас пронаблюдаем, может, что покормит. Вот самец спустился в гнездо. Птенец спит. Видите, как дышит птенчик? У него бьется сердце. Итак. Как приготовить кашу? Первые три дня достаточно будет. Кстати, песня играл. Это я ставлю записи Кеннера с выставки, чтобы мой птенец учился песне. Нам понадобится горячая вода. Итак, для того, чтобы прокормить птенца первые три дня, там все просто. Вы берете обычное куриное яйцо. Вот у меня, видите, яйцо обычное. Сейчас. Хотел сказать, если яйца магазины, тут у них печать бывает, магазины. Варите 15 минут, не забывайте об этом. Если домашние, можно 10 минут варить. Итак, смотрите, яйцо вареное 15 минут. Потом, вот видно вам, шприц инсулиновый. Шприц, которым инсулин колят. Так называю. В аптеку придете, скажете, дайте инсулиновый шприц. Ну, пера гусиного у меня не оказалось. У меня тут, я посмотрел, даже и гусей никто не держит. Называется сельская местность. Так. Наливаем воду. Вот вам видно судочек. Там вода, как бы баня. И туда берем шприцом примерно. Ну, пусть будет полный шприц. Это один кубик воды. Выливаем. Теперь берем вот здесь желток. Вот такую вот штуку. И сюда высыпаем. Ну, побольше можно взять, еще можно взять. Вот. Теперь этим же шприцом все это дело превращаем в однородную кашу. Прям расталкивайте вот так хорошенько. Это первые три дня достаточно кормить. Не надо там кашки, малашки, пюре, морковка. Это все морока. Вы три дня покормите вот такой болтушкой яичной. Там самка подключится, самец подключится, уже вам будет проще. Можете еще 2-3 дня покормить для контроля. Ну и поднаблюдайте. Если они сами кормят, то все. Спасибо за заботу. Вам скажет птенец, когда вырастет. То есть вы можете продолжать кормить родителей, а вот эти вот кашки-малашки можно не заниматься. Сейчас я размешаю хорошо. В общем, размешайте для однородной массы, чтобы получилась такая по консистенции, как ряженка примерно. Чтобы птенец не подавился, чтобы не сильно густая, не сильно жидкая. Вот такая получилась консистенция. Она как бы не густая и не такая жидкая. Ну вот некоторые куски не получилось растолочь. Но ничего страшного, это все нормально. По температуре делайте 37, 38, 39, там, примерно такую температуру. Набираем шприц и отправляемся кормить птенца. Видите, она со шприца как бы капает нормально. В принципе, жидковатая, но я думаю, пойдет. Ну, в общем, вот такой вот штучкой я кормил их 3 дня подряд. Ну и птенец заметно вырос. Сейчас покажу, как я все это кормлю. Видите, как у него инстинкт материнства. Ну, хотя, по крайней мере, хоть греет. Итак, набрали в шприц, погрели о губу. Губа не печет, не холодит, значит, все нормально. Так, сгоняем эту грелку. Смотрите, это все можно делать даже одной рукой. Вот, одной рукой. Раз, два, три.
Когда птенчик был очень маленький, я капал ему вот так на бочок, вот сюда на бочок клюва капал, он проглатывал. Сейчас он открывает свой рот прекрасно, клюв вернее. Вот там в шее, вот тут у него еда, тут в принципе уже мало чего осталось. Вот так, видите, не успел я покормить сейчас. Это достаточно... Хоп, вот пожалуйста, видите, произошло глотание. Старайтесь, как бы, когда капаете, вот надавить немножко, не то, что прям надавить, а вот сделать ему там раздражение на корне языка, то есть вот там, в глубине. Тогда это у него будет глотательный рефлекс срабатывает. То есть если капнуть вот сюда, вот так, видите, бульба, он не знает, что глотать надо. А вот когда поглубже, ну, слегка поглубже, смотрите, не переусердствуйте. Это, блин, вот все это сложно. Обратите внимание, зоб наполнился, но птенец еще просит. У канареек есть такая вещь, когда он наедается, он перестает просить. Вот так я капал на кончик клюва боком, когда он был сильно маленький, и он проглатывал. То есть не обязательно ему шприц этот засовывать в рот, в клюв, то есть. Вот капнули, он проглотил, и все. Все, он наелся. Обратите внимание, он, хотя он голодный, еще просит и просит, проглот. Все, он, в принципе, засыпает почему-то сразу, после кормления. Что у него там в клюве? Все, проглотил. Вот, пожалуйста, птенец сытый. Сейчас мы его перевернем. И он будет спать. Все, отключился, в сон ушел. Почему-то вот так они ведут себя. Обратите внимание, за 4, 5, 6, это 3 дня, сегодня 7, он вырос сколько раз. Вот его яйцо, в котором он жил. Ну, в общем, вот таким вот образом можно кормить птенчиков. Хоть 2 дня, хоть 3 дня, хоть 4 дня. Сейчас родители наедятся, думаю, будут подключаться, посмотрим. В общем, продолжение следует. В дальнейшем, если все будет удачно складываться, покажу, как развиваются дальше события, как кольцуем. В общем, все буду показывать. Все, всем спасибо за внимание. До скорой встречи. Продолжение следует.